Всем привет, друзья, с вами Гофр Тэ, сегодня буду играть против киберспортсмена. Ну что? Ну, короче, давайте возьму вот этот вот лут. И я знаю, что ты на А, Я сейчас иду туда. Так, я иду на А. Сразу предупреждаю, я на А иду. Короче, друзья, сейчас я начну запись, подожди. Так, вот. Так, я начал запись на втором телефоне. Так, начал. Ты можешь не убивать меня? Я хочу обезвредить, чтобы первый раунд был за мной. Подожди. Да не убивай! Вот больной, господи. Ладно, Фантом, ты почему не разговариваешь? Фантом! Короче, что-то Фантомчик у нас залагал. Для меня ничегошеньки недоступно. Блин, а он взял песик. Так, он идет на Б. Он на Б идет, стремится прям на Б. Блин, пацаны, меня вот лагает просто. Так, пацаны, я пытаюсь его зарезать. Тогда я тебя зарежу, господи. Вот дурной. Держи. Блин, я диффуза забыл купить. В смысле, у меня диффуза есть? Так, пацаны, вот. Все. Так, я звук убавлю, чтобы его прекрасно слышать, где он находится. Так, друзья, он сейчас идет у нас на... Похоже на... Надо снова идет. Окопы. Я тоже на Б. Как раз. Я тоже на Б. О, май. А, пацан, почему ты не разговариваешь? Давай разговаривай. Алло. Слышишь? Алло. Давай разговаривай что-то подписчикам, алло. Ну разговаривай. Разговаривай давай. Или ты не хочешь совсем? Короче, я тебя уже заждался. Блин, пацаны, я его сейчас не вынес. Я думал, что я его сейчас вынесу. Ладно. Так, переключаюсь снова. Я его попробую сейчас забрать.
Он сейчас 100% может пойти. Куда заходит? Ну, я пойду через мид, наверное. Бомбу бросил. Не бомбу, а... А почему я его не вынес, пацаны? Мне вот скажите, почему я его не вынес? Я пытался его вынести. А, я не могу. Так, ладно. Так. Только без мидла. Давай с мидом. Иди на мид лучше. На мид иди, на мид. Слышишь, на мид иди лучше. Ты можешь идти на мид или нет? На мид иди. На мид. Давай не только на один плен. Так, пацаны, я не знаю, куда он сейчас будет идти. Так, почему-то по одному маршруту идет. Так, он идет. Куда ты идешь? Попугай! Хватит орать. Так, что я здесь вот. О май, флешку кинул жестко. Меня хорошо так ослепило. Блин, он меня вынес. Да как ты меня голову выносишь? Я вот не понимаю тупо. Как он меня голову вот выносит тупо? Пацаны, пишите хэштег читер, если вы думаете, что он рели читер. И рели, мне что-то кажется, он читер. Почему-то все-таки Рейли, это смахивает на читеров. Так. Оу, май. Оу, как я. Дельта Таун. Ничего себе, как я пингую хорошо. 221, и это еще нормально. Опа, я его вынес. Прекрасно. Калашик возьмем. Так, пацаны. Сейчас я калашик взял. Бронежилет тоже. Бронежилет. Ну же мне не хочется как бы умереть. Так. Такой вот у него скинчик на... Теперь у него... У него ёмб, ты серьезно? Это вообще слабенькое оружие против АКР. Так что у меня есть все шансы. Приходитесь, я хорошо наведусь. О, май! Нет, меня слепило. Да блин! Я ему дал 56 урона, у него 44 осталось. А, ладно. На команде через 3, 2, 1, хорошо. Фух, жарко. Жаркая карта. Ну все, короче, я его разношу по полной программе. Все. Ну, кобздец будет полнейший. Че, пацаны, ему кобздец полнейший. Я вас уверяю. Давайте лучше за ним будем смотреть. Он думает, что я иду на А, но я на Б пойду. Как тебе такой Илон Маск? Он реально думает, что я пойду на Б. Ой, на А.
Он такой дурной, господи. Блин, а пошел через ребра, через ребра. Здесь вот пошел. Нужно быстрее прятаться в коробке. Фух, я запрятался. Здесь нету. Думаю, отрыли, что здесь есть кто-то. Все, короче, время на подходе. А он умер, а я нет. Вот пацаны, вам читер. Самый настоящий читер, пацаны, да. Это вам читер. Самый настоящий. Давайте переключусь на него. Вот это вам уже читер, самый настоящий. Так, снова он идет на... А, ой, дурной, господи. Он реально думает, что я пойду на А. Так, господи, какой ты дурной. О, А, вот найти. Блин, а он то меняет, то... Мне это, короче, непонятно что-то. Короче, так, я думаю, можно идти спокойно на А и планкить. Нет. Нет. Нельзя спокойно, значит, плыть бомбу. Бомбу нельзя спокойно мне плыть. Так, друзья, так, уважаемые зрители, я могу сюда пойти. Ик, на Б никого нету. А я сейчас... Давайте я закрою. Ничего не слышу. Так, я иду, короче, на... Наверное, на... Я не могу. На банане. Что делать? Если он сейчас пройдет банан, у меня есть шанс все. Здесь снова заплантить. Ой, я здесь что-то иду, пацаны, да, мама? Я лучше отойду. Мало ли что. Фух, вот это, пацаны, сейчас реакция быстрая. Разнес его как. Фух, так, пока что. Так, короче, друзья, так, сейчас он идет, получается, на А, я так понял, вижу, точнее, а я его обману и пойду на Б. Он идет на А, а я на Б, потому что этот, подождите, так, знаете что, я думаю... Ну да, все-таки я пойду на А, но сейчас главное, чтобы он не пошел на Б. Так, на Б, главное, чтобы он не пошел, блин. А, подождите, это он. Так, так, он идет на Б, похоже, стремится на Б. Я ухожу, короче, в этот, за стенку. Блин, так, главное сейчас обезвредить бомбу. Потому что не хотится, как бы. Так, так, он на банане чекает, прочекал уже банан. Так, блин, давай, бегу. И убивай. Блин, он обезвредил, что делать? Блин, ладно, хорошо. Ай, так, ладно, хорошо, ты меня выиграл. Так, возьму все-таки М110 Сайбер, короче. Так, я пойду, наверное, или на А, наверное. Он, короче, идет на банане. На банане, он думает реально, что я на банане, но я буду корейсить на миду. Так,
Никого здесь нету. Так. Так, подождите. Я буду здесь крысить. Может, вдруг он сюда войдет. Так. Лучше я напишу ему гономит лучше. Ну. Давай. Так, иди на мид лучше. Так, надеюсь, он увидел. Ага, он идет, получается, хочет идти через эти, как его. Он смотрит, смотрит, смотрит. Так. Там, куда он хочет идти? Опа, я тебя убил, ха-ха-ха-ха-ха. Понял меня? Так, что возьмем? Давайте, наверное, АКР пусть будет. Я думаю, его разнесу точно с АКР, но я не уверен. Так, видите, какая анимация классная. Держишь себе такой вверх, поднял себе калашик. Он сейчас может на банане пойти. Не, на ребра пошел, на ребра. Так, он в ребрах. Короче, вышел из ребер. А я тем временем пойду в ту же самую ловушку, где его и убил. И здесь его я буду крысить, короче. Так. Блин, только сейчас главное его убить. Лучше сюда приду. Так. Давай, на мид. На мид давай. На миду. Ну да. Так. Так, я его не вижу. Так. Простите, ребята. Так. Да-да-да, конечно же, на мид. Ты что, издеваешься? Он думает, Рили, что я на Бэплэнду. Я сказал ему на миду, значит, на миду. Он здесь хочет выходить. Нет, он не хочет выходить, ладно. Опа-опа-опа. Вот это сейчас уже намек был, что может сюда выйти. Так, не-не-не. Давай, выходи ты уже. Давай. Я еще тебе написал, что я на виду. Ты что, прикалываешься? Так, ну, даже почему? Даже я его уже вроде бы не убивал. Что-то я не пойму. Он меня, точнее, не убил. Блин, это я что-то хуже куку. Я его убил, точно. Или не убил, я не помню. Ладно. Если я держу победу, то, значит, я... Так, подождите, я не знаю. Ну, давайте на миду. Давайте на миду я его подожду, а он сейчас тем временем на Б. Так, он на Б. А я вот здесь крышу и монету. Опа, опа, заметил. Что-то увидел, похоже, что это мой... Ага. Ты что, дурак, что ли? Почему ты стрелял в пол? Ты что, реально думаешь, что я могу быть в текстурах? Господи, ну ты наивный. Ты думаешь, что я читер? Блин, пацаны, было бы... с щитами. Я вот думаю, может бы тебе как-то бы найти способ установить эти читы. И нурили, пацаны, а чё? Ты троллишь себе кого-то, там, припустим, в землю зарылся быстро и ходишь по карте, убиваешь просто,
как крыса, убиваешь его. Бесконечные патроны, бесконечная жизнь. Ну, действительно, было бы классно попробовать, но за это могут меня забанить, да? Почему он кинул дым сюда? На ней, похоже, уже знает, что... Подождите, а как? Я просто... Так, это уже странно. Так, фантом тем временем идет, получается. Так, фантом, короче, на около меда был. Так, я приманю. И сработала приманка. Он реально слышит что-то, мотается. Не может понять, где стреляет. Алло, ты че, серьезно? Вау! У него 5-7 тактикал статрек. Че, серьезно? Молодец, молодец. Он сейчас на А. Он реально думает, что на А. Угу. Ошибаюсь ты глубоко. Я на меду в домике. Короче, я на меду в домике. А ты что хочешь, что и делай. О, май, вот это уже намеки, пацаны, вот это уже намеки. Я отверну с этой флешки. Ну, просто, наверное, сейчас пройдет. Пацаны, это самая изи каточка. Убили просто как лоха. Так, он реально видит, что я там. Блин, его нужно добить быстрей. Если не я. Блин, не я. Блин, да я тебя убью. Да я тебя убью. Не убил, ладно. Так, хорошо. Давайте мы, наверное, возьмем... так, ну, пусть будет АКР. Да. Так, давайте пойдем, если они АФКшат меня все время. Время пойти просто на мид и там крысить, да? Пацаны. Буду просто камерой ПЖ. Чё? Я не понял. Так, ладно, хорошо, без вопросов. Так, куда они вот идут? Они еще упадутся на мид? Мне кажется, они кто-то из них на мид идет. Опа! А если бы на их месте был я, то мне уже бы Габелла бы давным-давно был. Габелла самый настоящий. Так. Оу май. Вау. Это уже явный претендент. Блин, не убил, господи. Ладно. Не будем расстраиваться. Это у нас последний раунд. Точнее, предпоследний. Если я не выиграю, то вы меня простите. Не такой игрок. Так, наверное, я думаю, с петуха можно попробовать растаскать. Давайте я здесь буду крысить на вот этом вот входе. Так, короче, крысим. Так, будем здесь крысить, короче говоря. Так. Ну и что ты делаешь? Почему ты здесь крутишься? Если я не здесь, он реально думает, что я около домика. Вот ты глупый ж, господи. Он думает, Рил, что я около домика, а? Блин, давай. Блин, ладно, хорошо. Ладно, я проиграл. Окей. Ну, короче, друзья, ладно, всем пока. Всем желаю удачи и всем пока.